Итак, друзья, начинаем выпуск про имплантолога. Значит, сегодня мне на 16:30 назначено на 3D-дослиджение верхнюю и нижнюю щелепы. Это стоит 750 гривен. Я, если честно, подофигел в самом начале. Типа, стоп, почему 750? В прошлый раз было 280. Но, оказывается, в прошлый раз я делал панорамный снимок ОПТГ. Вот, тогда стоило это 280, сейчас получается. Делаем снимок на 16:30, после этого я вызываю такси и едем, дожидаюсь, конечно, снимок, вызываю такси и еду в другой конец города к имплантологу. Бесплатная консультация 150 гривен, это не бесплатная консультация. В общем, 150 гривен это будет стоить, и потом он, в общем, все посмотрит, и будет понятно курс лечения, вообще, что будет происходить по стоимости. Блин, если честно, стрёмно даже представить эту цифру, сколько это будет все стоить. Но, друзья, легким движением руки, сейчас, подожди, ты сейчас все узнаешь. Оп. Так, первую миссию выполнил, получил вот такой вот диск. Вот, вот зачем еще диски в наше время нужны. Собственно, спросил, что же будет, если у имплантолога не окажется дисковода. Отдал ей свой имейл, она сейчас туда перешлет, и, собственно, я тогда перешлю имплантологу, вдруг не будет. Поехали дальше. Так, посетил имплантолога. Друзья, я доволен. Прям все рассказано, все показано, как это все будет происходить, сколько это будет стоить. Ух, посмотрите, какая здоровенная детская площадка, я такой еще и не видел. Ух, так, друзья, рассказываю, значит, что будет происходить. 13 сентября я записался на посещение имплантолога, будем делать правую часть, будем ставить два импланта и будем добавлять костную ткань вверх. Право. А что же мне все-таки будут делать? Значит, смотрим. Получается, когда теряется зуб и долгий период ходим без этого зуба, то костная ткань уходит. Соответственно, для того, чтобы костную ткань увеличить, а сейчас я объясню, для того, чтобы установить туда имплант, необходимо достаточное количество костной ткани. Собственно, когда ее становится мало, ее необходимо добавить. Что происходит? Вырезается вот таким образом окошко, поднимается гайморовая пазуха, если я правильно понимаю, что это она, подживляется костная ткань, добавляется, не знаю, что это конкретно, но чего-то там добавляется. Вот, затем ставится вот такая вот прокладка, не знаю из чего, будет, надо будет узнать. Вот, и, собственно, все зашивается. Со временем, что происходит? Со временем просто костная ткань, которую мы добавили, она приживается, и, в общем, как этот процесс происходит, тоже я, если честно, не до конца понимаю, но как-то он будет происходить. И, собственно, появляется место для того, чтобы можно было установить имплант. Это будет стоить 37 тысяч гривен, то есть мне надо плюс-минус где-то 40 тысяч гривен. Перед этим мне необходимо, оказалось, еще кариес на одном зубе, убрать кариес и сделать перед посещением уже имплантолога чистку зубов. Да, и самое интересное, как же будут делать имплант. Берут, делают небольшое отверстие сверлом, увеличивают это отверстие, ставят гнездо под имплант, и потом на это место устанавливается имплант. В общей сложности, значит, это должно получиться, ну, примерно 200 тысяч гривен. И процесс этот растянется, ну, довольно-таки надолго. То есть это там не за 2 месяца и не за месяц. То есть мне сделают, допустим, правую часть, и после этого полгода, ну, плюс-минус полгода необходимо будет подождать, пока все там зарастет, то есть все там нормализуется. И только после этого можно будет переходить на левую сторону. Мне все там показали на компьютере, как эти импланты будут ставиться, сколько там необходимо ткани. В общем, там прям целое дело. Короче, будем как-то побеждать это все. На 13 сентября я перенес, чтобы успеть подкопить какую-то денежку, потому что, ну так, возьми да вынь да положь. Короче, надо подготовиться к этому всему. Мне самое важное было, как, насколько больно, не больно мне
говорит, что больно не будет. Ну как, будет больно относительно, примерно так же, как вырвать там зуб с анестезией. Может потом, там дня 3-4 еще какие-то как-то буду отходить от этого, может быть отеки быть, но это такое дело. В общем, примерно так как-то это все происходило. Я на самом деле доволен, что спасибо Максиму, да, моему стоматологу, что нашел, дал мне этот контакт, потому что, ну, видно вот по врачу сейчас, что действительно профессионал и действительно там занимается своим делом. Вообще клиника дорожит клиентам, обслуживание супер хорошее. Ну, в общем, мне все понравилось. Важно теперь подсобирать деньгу. Ну и что, наверное, этот выпуск я сейчас буду заканчивать, потому что потом следующий выпуск я буду снимать про стоматолога, где будем там зуб от кариеса лечить, чистку делать, и первое посещение имплантолога уже будет, наверное, в следующем выпуске. Вот, друзья, как-то так. Спасибо за просмотр этого ролика, поставь лайк, подпишись на канал, есть какие-то вопросы, задавай в комментариях, я спрошу у имплантолога, у стоматолога, а лучше сам посети. Вот, все, тогда пока-пока, до связи.